Трой, привет! Как поживаешь? Везешь груз в автомобильный город? Осторожно, Трой! Оу, ты в порядке, Трой? Можешь двигаться? Этот груз нужно доставить сегодня. Тебе точно нужна помощь. Но не волнуйся, Трой. Мы можем позвать трансформера Карла заменить тебя на денек. Он точно сделает всю работу. Подожди здесь, а я приведу Карла. Эй, Карл, Трою, грузовому поезду нужна помощь в транспортировке груза. Ты поедешь? Отлично, поехали! Итак, в какое транспортное средство ты трансформируешься? В тепловоз, ну конечно! Пора трансформироваться, Карл! Здорово! Посмотрите на эти колеса! Вау, ты так изменился! Чудесно! Ты выглядишь в точности как Трой! А теперь поехали, найдем Трое. Смотри, Карл, грузовой поезд Трой ждет нас вон там. Мы почти у цели. Итак, начнем. Карл, давай сначала поставим платформы на рельсы. Прекрасная работа, Карл. Расслабься, Трой. Карл обязательно доставит весь груз в пункт назначения вовремя. А вот и первая станция. Карл, смотри, здесь Том. Ему нужен контейнер с запасными частями, чтобы чинить машины из автомобильного города. Отличная работа, Карл! Давай отвезем следующую посылку.
Эй, это же Фрэнк, пожарная машина ждет нас. Привет, Фрэнк. А вот и твой контейнер. И теперь на последнюю станцию, Карл. Смотри, здесь Мэтт. Держи, Мэтт, вот твоя посылка. Итак, работа сделана. Большое спасибо, Карл. Ты нас выручил. Пора ехать домой. Пока, Карл. Увидимся. До встречи, друзья. Эвакуатор Том. Привет, Чарли. У тебя сегодня много работы. О, нет, Чарли. У тебя сломался крюк. Но не беспокойся, Чарли. Эвакуатор Том починит тебя в считанные минуты. Я сейчас его позову. Эй, Том, кран по имени Чарли в беде. Поехали, поможем ему. Том, где же Чарли? Ты его видишь? Гляди, вон он. Поспешим. Эй, Чарли. Том уже здесь. Давай отбуксируем тебя в гараж, Чарли. Тяжеловато, а? Поехали! Ну вот мы и в гараже. Чарли, сейчас Том тебя осмотрит. Сначала нам нужно установить новый крюк. Давайте посмотрим, что у нас есть на складе. Этот подойдет, Том? Этот недостаточно прочный. А как насчет этого? Это не крюк, это якорь. Ну а этот? Отлично! Прекрасно выглядишь, Чарли, и все благодаря Тому. Что-нибудь еще, Том? Поворотная платформа больше не крутится плавно, Том. Что ты посоветуешь? Да, ты прав. Давай отрегулируем ее, и платформа будет снова вращаться без запинки. Да, вот этот разводной ключ нам и нужен. Отлично! Чарли, давай-ка проверим твою платформу, как она теперь работает. Прекрасно! Что такое, Том? Еще одна проблема? Ах!
треснутая фара. Мы ее чуть не пропустили. Но мне кажется, это совсем не проблема. Том, ты быстро разберешься с фарой. Ага. Итак, Том, какого размера фара нам нужна для Чарли? Какую выберешь, Том? Это идеально подойдет. У тебя теперь новая фара, Чарли. Ну разве это не замечательно? Что еще у тебя на уме, Том? Хорошая идея. Давай отмоем, Чарли. Приступаем. Ю-ху! Прекрасно, Чарли! Ты выглядишь как новенький! Какое чудесное преображение! Отличная работа, Том! Пока, Чарли! До встречи, Том! Скоро увидимся, друзья!